Эктор, я полагаю. Это ты, мастер вор? А кто твой друг? Это мой металлический человек. Труд моей жизни. Сложнейший часовой механизм. Он мог бы революционизировать город. Принести мне заслуженную славу. Если бы не барон. Проклятый дурак. Он стал нетерпеливым. Приказал уничтожить проект. Но я не мог разобрать моего металлического человека. Работа, Эктор. Что тебе нужно? Мой труд почти завершен. Беда в том, что меня предали те подонки, которых я нанял себе в помощники. Один завистливый болван даже украл механическую руку. И ты хочешь ее вернуть? Именно. Альфонсо, похожий на хорька портной, спрятал ее в лавке в Стоунмаркете. Верни мне устройство, и я тебе заплачу. Ты настоящий профессионал. Я этого не забуду. Ателье Альфонсо находится в Стоунмаркете. Этот хорек наверняка спрятал руку у себя в лавке. Я не могу работать, когда мне смотрят через плечо. Они думают, я не справлюсь. Руководит не Эктор, но я подыграю. По крайней мере, пока платит. Наверняка из города можно сбежать. Я совсем замерз.
Эля бы глотнуть. Ларек с баландой. Странно, что еще не начали разбирать дома на топливо. Смотри, накаркаешь. Думаешь, обещанное бароном будущее случится? Я думаю, что вообще никакого будущего не будет. Враг держит город за шею, а барон душит. Нельзя есть воронов. Почему? К беде. Эта беда весьма ничего себе, если ее пожарить на костре.
Баса, я бы выбрал банку с огурцами. Она тяжелее. Гаррет! Черт! Ты по-прежнему не дружишь с дверями. Ты прям не заходишь, не пишешь. Я думал, вы с Эрин оба погибли в том налете на особняк. Где тебя носило? Не знаю. Не знает. Ладно, забудь. Не хочу даже знать, каким дерьмом ты страдал целый год. Не до того мне сейчас. Особенно теперь, когда барон ввел налог на опиум из-за этого мрака. Не говоря уже о черном налоге ловца воров. Пьют кровь из дельцов вроде меня. Если у тебя есть дело, так давай, говори. А ты уверен, что справишься? Ладно, вот в чем суть. Ты должен достать мне кольцо. Женишься, что ли? Одного раза хватит. Ай, драная птица! Клянусь, я когда-нибудь сделаю из тебя шляпу! А думать за тебя кто будет? У меня все пальцы в бинтах. Работа, Бас. Да, работа. Да. Точно. Его носит некий Корнелиус Грейвс. Надменный такой типчик из тех, к чьим сапогам дерьмо не липнет. А? Вот так. В чем подвох? Он мертв. Бас, я вор, а не мародер. Он умер недавно. Как мне сказали, он никогда не снимал кольцо. Вроде ничего сложного. Сложности. Его нужно найти, прежде чем его заберут труповозы. По слухам, они отвозят тела на старую фабрику близ Шлаковой ямы. Там почему-то полно стражи барона. Лучший способ туда попасть через старую часовню. И, Гаррет, не облажайся. У кое-кого из нас еще куча долгов. Не поймаешь, не обложишь. Ну да, да. Дуй отсюда и выходи через дверь. Ладно? Но рад был тебя повидать. Слышали, друзья? Это вороны. Целая стая каркает по нашей душе. Поют песнь барону Нордквисту. Таферу, который запер нас в стальной клетке во имя прогресса. Железный сапог хочет похоронить нас. Но вороны знают больше. Они знают, что грядет буря. И когда грянет гром, мы посмотрим, кто выстоит. Нордквист призывает потерпеть. Но мы и так долго ждали. Город болен. Не стоит подыхать вместе с ним. Встанем, братья! Встанем вместе! Блокада! Мрак повсюду, куда ни глянь. Надеяться можно только на себя. Хорошо, что у меня нет сестры. Ночь все тянется и тянется. Владей, она бы по счетам тебя влюбилась по самой уши. Хочешь пополнить запасы? Если тебе нужны деньги, у меня для тебя есть пара поручений. Лучшие контракты в городе. Главное, не попадайся.
Я бы сам за такое взялся. Инструменты? Вот это неплохо. Главное, не попадайся. Береги себя, Гаррет. Наверняка в этом городе осталась книжка, которую я не читал. Товары для воров по грабительским ценам. Надо выпить. У меня есть товар для темных дел. Для тебя здесь всегда открыто. Хочешь прикол? Чернолобы докопались до Мортимера. Вот за это я бы точно не взялся. Он на них накинулся. Пришлось им выбить из него дух. Сам напросился? Потом закинули его на телегу, хотя он еще шевелился. Снова ночь, снова мрачники. Давеча видел, как один болтал. Хочешь пополнить запасы? Соседи сверху тоже так начиналось. А как закончилось? Я уехал в Курик и не возвращался.
Боги на пороге. Хорошая находка. Голодный, как... Мрак верный шоу за шею, оборон души. Надо выпить.
Интересно, почем нынче толкать труповоз? Я заболеваю. Я это чувствую. За последние дни. Наверняка из города можно сбежать. Какая прелесть. Думаешь, обещанное бароном будущее случится? Я думаю, что вообще никакого будущего не будет.
Приходит домой пьяный, хватает все, что видит, и загоняет ростовщику, чтобы выплатить картежные долги. О, Либи, где мамино обручальное кольцо? Он пытался снять его прошлой ночью, пока я спала. Я так испугалась, но не подала виду. Когда он отрубился, я вылезла на балкон и спрятала его в трещине возле печной трубы. Бог даст, он не вспомнит про него больше. О, Либи! На улицах небезопасно.
Вот бы мне...